17 мая президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев принял председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича. Поздравив президента Ильхама Алиева по случаю столетия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, Михаил Мясникович отметил неоценимую роль общенационального лидера как великой исторической личности в развитии Азербайджана. На встрече были обсуждены вопросы расширения товарооборота и возможностей торговли Азербайджана с государствами-членами Евразийского экономического союза. Михаил Мясникович представил президенту Ильхаму Алиеву предложение по направлениям сотрудничества.